Аллочка, ну после общения с дочкой, ну, немножко расстроила ее история о детстве. Как можно было ребенка отдать бабушке, которая тебя, наверное, также воспитывала, тоже авторитарным этим? Мне пришлось отдать маме, потому что других вариантов у меня не было. Я тогда очень много работала. Я тоже работала. И у меня дети, они не жили у мамы 10 лет. Почему с бабушкой? Почему не с мужем оставляла? На мужа я не могла оставить, потому что у меня муж... Сейчас, секундочку. Пил, изменял, не заботился никак обо мне и, соответственно, не о ребенке. Когда он переставал пить и как-то восстанавливалось все отношения, мы могли в зоопарк пойти погулять, к друзьям сходить, в лес сходить. В общем, вроде бы как какое-то время нормально-нормально. Потом опять его как что-то накрывало. Был один такой момент, что я прихожу к нам домой и смотрю в щели, что там какая-то женщина уже куховарит. Я просто не осмелилась зайти. Ты подошла к двери, да, посмотрела в щелочку, видела там другую женщину, да, в твоем доме, да, и ты развернулась и ушла. Да. Меня это вообще поразило. Если бы я женщину чужую увидела в своем доме, там был бы вообще разгром. Она бы вылетела, как ракета оттуда, вместе с ним. Это мой дом, это моя кухня. Алла, ты из тех женщин, которые... можно просто ноги вытирать. Я еще была воспитана тем воспитанием прошлым, что семья должна быть полноценная. Как бы там ни было, что бы там ни было, терпи. Я хотела, чтобы у ребенка был отец. Это мазохизм. Если ты видишь, что ничего не меняется, скажи, что это твоя ошибка, да, признай ее и двигайся дальше. Алла боялась своей мамы, что мама ее будет ругать, что Алла не может поддержать семью. И поэтому Алла терпела насилие мужа из-за того, чтобы просто для мамы держать марку хорошей семьи. Це прямий наслідок авторитарного виховання. Алла не змогла відстояти свої інтереси та замість того, аби вигнати чоловіка та коханку, пішла сама, аби знову ж таки бути зручною для інших. Найголовніше у такій ситуації – усвідомити свою проблему та пропрацювати її, щоб навчитися відстоювати власні інтереси та не опинятися раз за разом у подібних ситуаціях, де вас використовують, ви мовчите, а потім плачете на кухні.